удлиненный, и потом из-за него выходит сюда. Вам просто проще будет в центре не помирать. Вот. И, соответственно, Эвклид, ты бежишь на четвертую бомбу. Ну, на четвертую Да, бомбу, да. с центра, да. На Это от четвертую релика будет. это... Да, От это релика по часа по часовой час. торик на четвертую, там где релик Ну, то есть висит. по часовой первая, да, там где релик. Ну, все хорошо. Еще один трай. И еще. Да, в последнем раунде. Еще Тогда там бомбу вот это закрываем. из команды, пожалуйста, запоминать места, к каким бежать, потому что не Окей, всегда помню. хорошо. Я тебе Да. скажу их клип, куда бежать. Только. Окей, там будет релик висеть. А он не исчезает, там маркер. Короче, от Орикса направо один по часовой стрелке просто. Найт. Стрелка, да? Она бы уже привязали все. Налево пошел. О, разнообразие поперло. Еще пара раундов, потом и глюки, да. Серьезно? Да. Там не прыгнешь. Первый есть. Второй есть. Все, подключил там, все. Ну, можно сейчас только ударить сразу там, где с ним. Это вообще... Я в релик. Блин, ой, мне корабль убил. Упс. Вайп, вайп, вайп. Sorry, guys. Чуть сильнее. Падай сразу резко вниз, и там около дна уже притормаживай. Я тут забыл, что у меня с этой стороны воды приходит, и другой пройдет. Да, там дальше корабля. Да, он стой дальше. Ай, все равно, сука. Давай я в них ультану, например. Стягивай их также в ту плотную кучку. Все, а ты давай откуда Ну стягивай чё, себе. я-то стягиваю сразу, я их боюсь. Ты ж варлок. Ну, ты ж не вставарлок. Ой, что-то не там. Уйти. Ой, как это. Они что-то к нам пошли. Ну а че? Берку с них тоже стирать, наверху стоял. А это. О, нормально. Справа. Налево, смотри, налево, направо, направо. Ванзу запутал. Вон, какая разница ему где. Первый есть? Первый есть. На уберку. Хорошо. Сзади одного на голове. Прости, прости, прости. Ближнего на это. Ближнего на это. Уза. Время уза. Из купола выйдите только. Все.
shooting mobs. Все. Clear. Я утону. А я доступна. Один купол. Ну вот так вот получилось. Так что аккуратно, пульту не подпрыгивая. А, все, кончился, кончился. Нормально. Я купал, кстати, нормально был, прям идеально. Да. Ну, можно чуть пораньше ставить, чтобы, соответственно, он уже заканчивался к этому времени. Давай. Окей. Опа. Найт. Внутри. Второй телепортировался. Все дели, все сносим просто, ребят. Преступник не успевает выстрелить. Чаржит. Где животина? Он the right side. Да, дальше в сторону. Ты лошадь стоит? Первая есть, вторая есть. Взял Беркус. Сблизился. Эй, умно. Грабли убил. Как тебя ты убил? Он в него пролетал. И большие мобы с шарами закидали. Давай. Левый слайд. Да, да, смотрите, вы когда, я говорю, взял релик, вы, соответственно, что делаете? Вы сразу бегите вниз, сразу, да. Чтобы вы говорили, и купол мужикам к этим нашим. Ну, а на это прям не надо бивать. Найта из купола выбегайте, добивайте. Ага. Да. Ну все равно он уже так херачит быстро, а там он хотя бы на месте стоит. Да. Ну ладно. Еще это, когда убили эти огры, спавнятся пушки эти, ну, которые стреляют. Шары, их тоже надо выносить, они. Потому что. Да-да-да. Конечно. Ну это тогда, да. Пока. Пока есть да, возможность, очень пока... быстро выносится тоже. Пока стоите на платформе, стреляете все стреляющее тоже в ответ. Пока есть возможность. Как только тапот взял, тогда можете уже их не стрелять, а спрыгивать и бежать в центр, и оттуда постреливать уже, пока он убивает рыцаря. Окей, ну то я что-то ни в кого не стреляю, кроме рыцаря. Не-не-не, рыцаря смысле это... Он забирает, они еще не появились. Их еще не видно, когда он забирает, да. Найс, Нет. Да-да-да-да-да. Ты убиваешь огры, и там появляется рыцарь. Блин, они... Он убивает сайт. Нет, понятно. Он за колонной прячется, если близко. Он выходит в какой-то момент. И беги, да? Ага, ну окей. Не-не, он ждет, когда заспаунится Тейкин, и вместе с ней убегает. А есть? Я окру долго убиваю. Как? А с полформ не вам? Полформ пул гранатку и все. Взял релик, ребят. Так, рыцарь не убил. Хотим подачу пробую, пропрыгать. Рыцарь, да. Как? Съел?
Ужас, ужас, ужас. А зачем он чемишь? На чемишь мы его убиваем с 13 там, с 15. Ну столько не надо. Вот опять не ставьте второй раз купол, вот не херам тут. Ну его раньше не было. Так тебе не нужен второй дефендер, только ты нужен в центре как дефендер. Нормально он кончается вовремя, в принципе, не страшно. Да-да-да. Ой. Давайте убиваем, ладно. Подожди, не убивай. Пусть. Ни в кого не попал. Красота. Взял черню. Дальнего правого Россия. Не добил. Собрали. Уза. Кто поставил пол здесь? Вот твое место. Уза, 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 уза. И все. Центр. Блин, тут вот... Почему? Блин, он пожрал, наверное. Справа есть? Да, он пожрал. Лево есть. Левый пожрал, ближний. Да. Левый и ближний он пожрал, да. Все. Чего? Вай, левый ближний. Левый и ближний, нету бомб вообще. Ну так, лево манял. Я его заберу с собой. Смотрите, как только выходит огр, появляется рыцарь и начинает бежать. Просто мониторьте. Только выходит? Так зачем тебе санбрейкер, чтобы рыцарь убивать, я не понимаю. Ну блин, понятно. Да-да-да, Евклид его закидывает нормально, если он даже пробежал, он получает просто торец. Главное в бомбу молотками не попадать еще. Они по-моему ломаются, да. Я как-то соляркой зарядил в бомбы, и они позгорали немножечко. Чего не отпрыгивает, я сейчас. Окей. Глэдсайд.